Шноль Симон Эльевич, биофизик, один из организаторов первой в мире кафедры биофизики на физическом факультете МГУ, профессор, доктор биологических наук, историк советской и российской науки. Область научных интересов – колебательные процессы в биологических системах, теория эволюции, космофизические корреляции биологических и физико-химических процессов, история науки. В предыдущей лекции Симон Эльевич рассказывал об экспериментальном доказательстве идеи широкого распространения в химических и биологических процессах колебательных режимов. Колебания являются основой множества природных явлений, однако изначально идея существования колебательных процессов встретила непонимание в научной среде. Группа молодых исследователей сделала эти представления общепринятыми, и в настоящее время они интенсивно развиваются во всех странах мира. Все тут хорошо, а тут ничего хорошего нет. Оказывается, это и не белки. А химическую реакцию вы делаете 250 раз одно и то же, и получает такую странную гистограмму. Но вы должны вспомнить, я вам напоминаю, что я-то работаю по специальности с радиоактивностью. Это все я вам рассказываю в надежде, что будущим исследователям будет похожая ситуация. Полезно знать, как и другим было плохо. Почему я за 10 лет ни разу не посмотрел деталь на радиоактивность? Потому что я там смотрел среднюю и разбор случился. Почему я ни разу не построил за 10 лет работы, с 51 по 61, гистограмму для радиоактивности? Ответ есть. Потому что я знал, что там ничего нет. Я не ставил опыт с радиоактивностью. До 79 года. Посчитайте годы. 51 вычти 79. Была у меня дипломница Таня. Я просил Таню пойти в корпус в университете, в специальную изотопную лабораторию, чтобы на двух независимых счетчиках подробно сделали бы без прикосновения руки человека. И Таня принесла мне распечатку. 250 одинаковых изменений радиоактивности. Я построил детальное распределение. Оно оказалось вот примерно такой изрезанности. Это бы ничего. Но я уже был заведующим лабораторией в институте в Пущино. И в то же время в Пущино, 120 километров от этого места, где мерилась радиоактивность, мои бесценные сотрудницы, две было героических, Надежда Павловна и Татьяна Яковлевна, сделали 250 измерений химической реакции. Я приехал в Пущино с этим листком. Ну, помните, да? Это Радищев, да? И душа моя уязвлена стала. Они так были похожи, два графика. Так было ужасно. Это быть-то не может. 120 километров, тут химия, там радиоактивность. Я перестал работать. Ну, все-таки, может, в самом деле сошел с ума? Кто знает? Как вы себе объясните? А что они похожи? Они же не могут быть похожи. В декабре 80-го года мой бывший студент, любимый, как и многие у меня 800-х выпускников, Вадим Иванович Брусков, заведующий лабораторией в институте уже, взял и сделал опыт по моей просьбе. Два препарата, два счетчика автоматических с радиоактивностью. Мы нарисовали два распределения, две гистограммы, но они были очень похожи. И я всем это рассказываю, а Вадим очень это не любит. Все равно расскажу. Сказал, знаете что, вы на меня не ссылайтесь. Уж очень похоже, не может быть. А что там внешнее? Еще раньше. Раньше этот опыт, еще в 60-е годы, я получил из Италии замечательное письмо от профессора Пикарди, который знал мои работы и написал мне, как полагается, ну, вежливые люди пишут, что вот там, дорогой доктор, то, что вы делаете, это есть отражение космофизических факторов, внешних влияний. И я гордо ответил профессору Пикарди. Ну, примерно так, между нами нет ничего общего, я написал. Мы знаем точно, что у нас происходит, а у вас там какой-то космос. Прошло несколько лет, 3 года. И я понял, что Пикарди прав. Это у меня внешние. Внешние могут определять одинаковость в разных... Будьте осторожны. Не ждите 3 года. Письмо не дошло, он умер. Умер и самый главный деятель в этой науке – Александр Леонидович Чижевский. Александр Леонидович
Чижевский, великий человек в нашей стране, он основоположник солнечно-земных связей с поразительными результатами. А я думал, что ко мне это отношение не имеет. Приходится сдаться. Имеет. Имеет. Все эти тонкие структуры определяются какими-то странными явлениями. Как нормальная наука устроена? Вы начинаете искать причины. Ну, что может влиять? Ну, всякий догадается. Да какое-нибудь излучение. И Чижевский думал, и Пикардин, что это излучение. И начинается десятилетняя работа. Вы не поймете этого. 10 лет опыта с экранами. Разными. И никакого результата. Никакого результата. То есть кажется, каждый раз что-то есть. Потом обработка, на завтра снова. Это служение чисто солдатское. И это мои сотрудницы, в основном, вот я их упоминал. Ну и я, конечно, каждый день. Ну вот, после того, как стало ясно, что это есть на радиоактивности, там, столько там страстей по дороге. Радиоактивность. Вы ставите образец и смотрите, сколько актов радиоактивного распада за единицу времени. Для этого ничего не нужно. Теперь, когда есть компьютер, вы просто подключаете и получаете круглосуточный, ежесекундный измерение без всяких усилий. Ни пробирок, ни воронок, ни пипеток, а ряды чисел. С 82 года в нашей лаборатории стоят такие странные опыты. На радиоактивность повлиять нельзя. А на форму распределения можно, она влияет, все изменяется. В сутках 1440 минут солнечных суток. Или 86 400 секунд. Понимаете, сколько можно гистограмм делать в сутки? Сколько хотите. Только успевай обрабатывать. Появляются, и очень поздно для меня появляются, наконец, компьютеры. Это 90-е уже годы, когда стало доступно персональный компьютер, можно было работать. Теперь можно было в день делать не одну тяжелым трудом гистограмму, а сколько угодно, только анализировать их, только искать сравнения. Началась новая жизнь. Она мучительна все равно, это нагрузка очень большая. Но пусть те, кто меня слышит, знают, что это наилучшая из нагрузок. Наилучшее из состояний, когда вы можете каждый вечер узнавать, а что было днем нового в окружающем мире. Потому что вы видите набор картинок. Вот это те самые картинки, которые я пытался изобразить. Каждая из них минута за минуту. Там 60 секунд, 60 измерений построены и сглажено. Вот так ползут облики секунд. Нормальный человек скажет, что это секунды нечаянные. И я так говорю сначала. Но если вы будете внимательно их смотреть и смотреть тысячи таких картинок, вы вдруг начинаете замечать удивительные вещи, что весьма часто бывает сходство соседних картинок, соседних, которые никак не связаны между собой ничем. Они не перекрываются, эти временные ряды. Очень, а здесь два еще процесса, верхний и нижний. Самое замечательное. С высокой вероятностью картинки воспроизводятся ровно через сутки. Мы знаем, что есть суточный ход. Суточный период появления той же самой... А это что такое? Значит, эти картинки связаны с вращением Земли? А раз они связаны с вращением Земли, у всякого слушателя возникает вопрос, а нельзя ли на полюс? На полюсе там ось, и там ничего не меняется. Не очень хочется на полюс. Но так не получилось. Есть замечательный институт Арктики и Антарктики. И там есть замечательная лаборатория Олега Александровича Трошичева. И замечательный Сергей Николаевич Шаповалов. Отважный полярник, как полагается, который и в Арктике, и в Антарктике, они зимуют. Это особое свойство, особое качество напряженной работы. Сергей Николаевич Шаповалов в 2000 году по своей работе должен был прийти к Северному полюсу на корабле. Ледокол атомный делает им канал, и корабль «Академик Федоров» везет экспедицию. Шаповалов возил с собой наши счетчики и повез оттуда материал. Бывает счастье, да? Вы его можете представить. Вы получаете картинки, а одновременно ведется впущено, в те же секунды так же непрерывно. Вблизи полюса исчез суточный период. 3 месяца, не поднимая головы, нужно рисовать, а потом говорить, да, исчез. А впущено замечательный период суточный есть.
Почти восторг. Почти восторг. А чего не хватает? Надо бы чистый опыт. Очень меня нервно злит, почему я не могу поставить чистый опыт. Пытаюсь к разным людям, к военным и прочим, кто бы меня на полюс забросил? Ну, на 3 дня хотя бы померить, на несколько дней счетчики поставить. Не выходит. В те годы ничего не выходит. Ну, не могу я на полюс попасть. А я тогда сделаю такой замечательный опыт. Альфа-частицы, радиоактивные альфа-частицы, вылетают, а я делаю трубу, коллиматор. Все остальные не считают, что я только в определенном направлении. И трубу направляю на полярную звезду, как будто я на полюсе. Психопатия, правда? Вы находитесь здесь, направляете трубу на полюс и чего-то ждете. Убежден я, что-то будет. Но прежде чем убедиться, звоню друзьям и рассказываю. Реакция одинаковая, как у Энгельгарта. Мой любимый покойный друг Лев Александрович Блюменфельд, военный человек, он разведчиком во время войны, бесстрашный и, слово, мужественный. Понятно, да? Кто такой мужественный? Он говорит, да или нет. Он не способен к колебаниям таким вот неточности. У него после войны осколки еще в нем. И он от этих осколков, которых он от них умер, не могли при операции на фронте вынуть, в кардиоцентр еле жив. Я ему позвонил и сказал, Лев Александрович, хочу поставить опыт с коллиматором. А он, преодолевая боль и прочее, сказал, ну вот, совсем сходить-то не надо. Вы что, совсем уже потеряли? Сколько можно делать опытов, которые не надо делать? А я поставил опыт. 3 месяца коллиматор, и 3 месяца спустя, а тут надо волноваться, оказалось, что как на полюсе. Направление на полярную звезду дает те же результаты, как опыт на полюсе. Это значит дело в пространстве и во времени. Это был совершенно критический опыт. Все-таки после 50 лет работы когда-нибудь должно же вам улыбнуться что-нибудь? Такое вот. Я позвонил Блюменфельду, ему полегче уже было. Его уже выписали из кардиоцентра, он недолго, правда, пробыл в полуздоровом состоянии дома. Реакция была замечательная. Мужественный человек. Он мне сказал, немедленно бросьте все остальные занятия. Прекратите отвлечение, делайте только эти опыты. И сказал странные таинственные слова. Такие опыты бывают раз в 72 года. Что такое 72 года, я не знаю. Какие он имел слова и доводы. И мы стали с коллиматорами работать. Это был эйфорические сезоны, годы, когда мы по-всякому работали с коллиматорами. Следующий шаг вам понятен? Наверное, понятен. Давайте крутить коллиматоры. Давайте поворачивать коллиматоры, вращать их так же, как вращается Земля. Земля наша с вами. Это картинка детская для впечатлений. Мы с вами, сидя здесь, вы сидя, я стоя, вращаемся на этой карусели, делая 1 оборот в сутки, и едем с колоссальной скоростью, 30 км в секунду по околосолнечной орбите. Вы этого не ощущаете, я тоже. Что-то досталось, ну, не Копернику уже, а всем прочим за ним, чтобы в этом убедиться. Но ведь мы на самом деле несемся по околосолнечной орбите и крутимся. Мы все меняем свою ориентацию. И никому до меня до этого не было дела. Ну, кроме тех, кто занят астрономией и прочим самим этим движением. Вот Земля тут, это все непропорционально, просто чтобы показать, как это, для впечатлений. Когда мы поворачивали коллиматор против часовой стрелки, дополнительно к вращению Земли, мы получали периоды, соответственно, числу оборотов в сутки. Значит, если 1 оборот в сутки делает сама Земля, добавим еще 1 оборот. Мы получаем периоды 12-часовые. Добавили 3 оборота плюс 1 оборот Земли. 6-часовые. Мы дошли здесь, это весь сезон, поразительный сезон 2004 года, очень недавно. Очень недавно. Мы каждый час получали похожую гистограмму. То есть вероятность получения похожих гистограмм. Это было замечательно. Мы живем и движемся в неоднородном пространстве, о чем можно не думать.
А можно и думать. Это было замечательно. Это было так странно. Тут будут читать лекции. И, может, уже читал лекции. Лев Михайлович Зеленый. Нет, еще только будет. Директор Института космических исследований. Это замечательный институт. Я там часто довольно рассказывал. И на одном из семинаров, где я рассказывал об этих странных... Они слушают очень осторожно, как настоящие люди. Считаю, что подождем. Юрий Ильич Гальперин, участник этого семинара, сказал, знаете что, ваш суточный период очень грубый. Вы делаете раз в час измерение, получаете на 24-м часе подъем. Сделайте период точнее. Разбейте период до минут. И дальше все понятно. Есть два суточных периода. Солнечный и звездный. Мы оказываемся против той же самой звезды на 4 минуты раньше, чем против того же места Солнца. Солнечные сутки 1440 минут. Звездные 1436. А через год мы как раз это почти компенсируем. Это примерно 4-минутную разницу. Юрий Ильич Гальперин, очень уважаемый человек, астрофизик, все это мне сказал, а я засел за работу. Полгода, не поднимая головы, до лета следующего года, и оказалось, что у нас два разрешенных периода. Вот на картинке на этой видно два пика. Один солнечный, другой звездный. Более того, звездный легче получает, чем солнечный. Он почти всегда есть, а солнечный очень зависит от наклона относительно эклиптики, относительно экватора. Это отдельная вещь. Ну, теперь, ну, вот это то, что я вам уже рассказывал. Я пропускаю большую часть этих вещей. Посмотрите на эту картинку, пожалуйста. Схема. В центре это Солнце. Оно тоже вращается против часовой стрелки. Мы несемся вот тут 4 состояния Земли мимо. Земля вращается против часовой стрелки. Теперь напрягитесь, пожалуйста, посмотрите на стрелки. Вы видите, что днем, там, где светлый кружочек, Земля вращается против направления движения по околосолнечной орбите. Видите, наверное, да? А ночью по. Я сначала первые годы не придавал этому особого значения. Ну, просто не понимал. Просто не приходило в голову так более аккуратно. И оказалось, что мои картинки, эти гистограммы, в этот самый момент перехода от дня к ночи идут обратно. Путь, по которому мы прошли днем, повторяется ночью в обратном порядке. Когда вы читаете одну и ту же фразу «вперед и назад», все знают, что это называется палиндромом. Мне очень нравится один палиндром, я его для того, чтобы легко понимать, о чем вам назову. Нажал кабан на баклажан. Читайте туда и сюда одинаково. Вот это палиндромы. Вот здесь нажал кабан на баклажан, и надо было только точно определить, а где же этот момент перехода дня в ночь и ночи в день. Мы сначала из общего соображения, потом тщательно проверили, двигаясь. Момент перехода дня в ночь 18 часов по местному времени. С точностью до минуты, до секунд. Точное местное время. 18 часов переходим от дня к ночи. Точное время перехода от ночи к дню 6 часов утра. Местного времени. С точностью до предельной, какой мы только можем. И оказывается, мы проходим те же пути. Теперь посмотрите, пожалуйста, на тот же самый рисунок, на противоположный. Один облик Земли и противоположный. Посмотрите, пожалуйста. Декабрь, например, сверху и июнь внизу. Вы можете увидеть, что день в декабре противоположен по направлению дню в июне. И такой же, как ночи. Палиндром получается, если день декабрьский сравнить с днем июньским.
Так вот здесь полугодичные палиндромы оказались чрезвычайной важности результатом. Они означают, что эти картинки, которые только что показывал, не случайны, а всегда закреплены относительно пространства. Мы движемся в пространстве, которое довольно-таки стабильно. Только каждая полоска пространства различна. А мы проходим по одним и тем же полоскам туда и обратно, туда и обратно в году, и туда и обратно, крутясь. Это удивительное дело. И вот после многих десятилетий ощущения постоянной изменчивости вдруг оказалось, что мы живем в постоянном мире. Если я могу, а в самом деле могу, сказать, что будет в такую-то минуту, такого-то, ну, там, апреля 2017 года, могу сказать, с высокой вероятностью вы получите такую-то картинку. Но мне не обязательно смотреть вперед. У нас большущий банк за эти годы данных. Я могу сказать, что было в 95-м году, залезть в архив, вынуть результаты и сказать, да, в самом деле, очень похоже, так оно и было. А чтобы это иметь возможность, надо иметь лабораторию, в которой постоянно, неуклонно, высокого качества прибор регистрирует результаты. А это в нашей нищей стране, нищая страна, которая не может обеспечить элементарные условия, но только друзья могут. Поэтому гранты на эту работу не дают, но есть замечательные люди. В Институте ядерных исследований Московского университета, в НИЯФИ МГУ, Илья Александрович Рубинштейн – уникальный физик, способный делать приборы, которые многие годы стабильно работают. Вот мы на его счетчиках работаем многие годы, и каждую секунду записываем в компьютере, ну, кроме перерывов, выключения от грозы и так далее. Тем каждую секунду записывая результат. У нас уникальные вещи. А союз, дружеский союз с антарктическими, арктическими людьми, у нас в Антарктике многолетние ряды, которые мы сравним с этими. Мы теперь можем делать и делаем вещи, которые никто больше на Земле не делает. Это такое, можно похвалиться, это скорее плохо. Все нормальные научные люди. Это Буратино так говорит, да? Все мальчики и девочки, попив теплого молока, вот уже спят в своих кроватках. Все нормальные люди могут написать письмо коллегам и получить, ну, мнение, советы, протесты. А нам некому писать. Таких, кто бы еще такие дела знаете, опыта пока еще нету, почти нету. В 2004 году последний семинар, открытый для общей физики в институте ФИАНИ, который вел Виталий Лазаревич Гинзбург, закрылся. Он сказал, я стар, я не хочу быть смешным. А как раз у нас были самые лучшие опыты, какие только бывают на свете, с вращением коллиматоров. Я взмолился и сказал, Виталий Лазаревич, что же вы делаете? Куда же мне теперь, кому рассказывать? А надо рассказывать, иначе жить плохо. И он сделал подвиг. Он очень был болен. Он для меня специально собрал небольшой семинар. И я им это все рассказывал. Виталий Лазаревич Гинзбург, борец с лженаукой, сказал, вы знаете, ничего не могу возразить, так все интересно, но я стар и не могу судить. Но как же вы это все делаете без поддержки? И написал письмо президенту Академии наук Юрию Сергеевичу Осипову. И там есть замечательные слова. Академия наук покроет себя несмываемым позором, если она не поддержит эти науки. Если бы он тут поставил точку, я бы вообще был счастлив. И читал, а он поставил запятую. А после запятой написал, аж ноль окажется прав. Допустив сомнения, ну вот он умер. И Академия наук вот уже 5 лет пока на это яростное письмо не отвечает. Я хочу уже вам, после, поскольку уже не на весь свет, сказать, что это все равно замечательно, только знание, что такие мучения могут быть, полезно. И не обязательно заниматься такими мучительными вещами. Но это отдельная тема. Меня зовут Светлана Вильжанина. Те процессы, которые в стакане были, они очень похожи на нашу Вселенную, которая постепенно растет и растет и растет. Очень все это так наподобие. То есть получается, что все, что происходит в любом веществе, в итоге в глобальном смысле те же самые процессы и есть. Я не знаю, растет ли наша Вселенная, а что колебательные процессы у нас моделируются, да. Это модель белоусовская.
очень общий имеет смысл. Столько вещей из нее извлечено уже, и столько будет еще извлечено. Я уже даже перестал. Вот есть множество книг и учебников. Вот замечательный учебник «Методы синергетики в химии» Кольцова, Гордеев. Ну, с математикой хорошей. Полно всего в этой части, в этой первой части, полное благополучие. Даже излишнее благополучие. Нет, даже уже не благополучие. Умер Жаботинский. Достигнув всего-навсего 70 лет, мой студент Жаботинский умер, а я еще есть. Вот очень мы жалеем, потому что Толя был чрезвычайно важным лицом в этой истории. Скажите еще, пожалуйста, как он все-таки все эти вещества соединил? Каким образом ему это удалось? Значит, вопрос так звучит. С какой стати он их стал соединять, да? Борис Павлович был человек свободной мысли. Он узнал, что в биохимии есть циклы. Есть цикл Крепса. Я решил смоделировать все, как в биохимии, как там идет. Взял лимонную кислоту, как в цикле Крепса, и все делал так, и получил колебания, даже не удивлялся. А это совершенно было наивно, что он не удивлялся. Он моделировал биохимические циклы. А я эту тему совсем не успеваю. Для того, чтобы мне рассказать то, что я должен был бы рассказать по теме, мне нужно 10 лекций примерно. Ну вот, пока нет. Меня зовут Дмитрий, выпускник технического университета. Вопрос такой. Вот вы сказали, что вот эти колебания, они в мышцах присутствуют. Вот меня интересует в практическом плане, как это реализуется. Ритмическая активность в некоторых мышцах открыта. Это в сердечной мышце. Она начинает ритмически сокращаться еще только когда вот на цыпленке есть соль, если разрезать насильно, там уже видно, еще ничего нет, а уже бьется сердце. Это сложные колебания, связанные с электрической активностью на мембранах и с потоком ионов. Не так просто, как в этой реакции Белоусова. Сложнее. Поэтому внешне уравнения те же, а физика там включает электрическую фазу. А скажите, а можно этими процессами как-то управлять? Сколько угодно. Самое большое удовольствие в том, что когда у вас нарисовано уравнение, можно все что угодно делать. Вот там на картинке как видно, как ползут волны. Вы можете делать завихрение, можете... Это модель, в частности, сердечных аритмий. Одна из мотивов, почему дали Ленинскую премию и тем, кто занимался колебаниями на сердце. Вот идет волна по сердцу, вот она нарушилась, вот она загнулась, и сердце начинает трепетать, трепетание сердца вместо сокращения. Управление, нарушение, сколько угодно. Это все по первой части. Здравствуйте, меня зовут Коржанов Михаил. Хотел бы уточнить, а все ли процессы подвержены вот этим колебаниям? Самое замечательное, что все. Проверено это на всех видах радиоактивности, на шумах всех видов, на химических реакциях, на биохимических реакциях, на электричестве, на магнетизме. Для того, чтобы это сказать, как раз понадобилось много десятилетий. Все процессы на Земле. И это очень ценный для меня вопрос, потому что я к сути дела не перешел. Эти колебания связаны с тем, что в движении, в неоднородном гравитационном поле, мимо небесных тел, мы все время попадаем в разные масштабы пространства-времени. Это колебания флюктуации пространства-времени, которые мы просто отслеживаем, и тогда физика реальная, какой именно процесс, неважно. Потому что все они одинаковы только в том, что в данной точке, в данное время. То есть, получается, в любом опыте нужна привязка ко времени определенному? Слово «определенное» – очень определенное. Очень определенное. Ну, чтобы поставить несколько опытов одинаковых, нужно их делать, получается, в определенное время суток. Чтобы поставить несколько одинаковых опытов – это замечательный вопрос. Следующий опыт будет при другом положении Земли относительно Солнца. Значит, через год – пожалуйста. Но у нас есть цикл 18,9 лет. Это лунные циклы. Есть 27 тысяч лет. Неприятные свойства работы с космическими объектами. У них периоды много больше нашей жизни, длительности. Даже самой длинной жизни.
Но тут утешением является, и почему я на это... Наш банк – материал для будущих поколений. Есть пример. Когда Галей, увидя комету и выяснив, что эта комета очень похожа на ту, которая была тогда, посчитал, что у нее период примерно 74 года, а ему уже много лет, и он уже не увидит следующий приход казни. Он написал, через столько-то лет после моей смерти будет комета. И она появилась. Ее назвали комета Галлея. Я уже говорил, как жаль, что ему нельзя это сообщить. Что твое имя есть, вот твоя комета. Радуйся, пожалуйста, там находясь. Период великий. А жизнь коротка. Здравствуйте, меня зовут Лиза. А я хотела бы узнать, как вы оцениваете сейчас состояние биофизики в России? Понимаете как? По умственному состоянию мы никому никогда не уступали. По оснащению, по обеспечению уступаем. Но нас утешает, что значительное число зарубежных достижений – это наши достижения тех, кто туда уехал. Из 800 выпускников кафедры нашей, биофизиков, физического факультета, ну, самые лучшие там. Потому что все еще почти нельзя тут работать. Ну, вот вам пример. Для того, чтобы прочесть геном, наш с вами, какой угодно, надо иметь автомат. Ну, кто же теперь делает наши машины? Это стоит сколько-то миллионов, мне не важно, сколько долларов. У нас в стране хорошо, если есть две. В лаборатории одного нашего бывшего студента в Барселоне он работает. 5 таких машин. Китай закупил 100. Поэтому мы заняты не тем. Я не буду произносить политические слова, но вы понимаете, что надо знать, от чего зависит жизнь страны. Вот тот же Жаботинский, он умер-то в Америке. Жаботинский умер в Америке, будучи всемирно известным человеком, работал в лаборатории, над которым был начальник над ним, который руководил им, что он должен делать. Мне это было возмутительно. Он это как претерпел. И что еще замечательно? Уезжая за границу с тем запасом идей школы, с которой они уезжали, они там постепенно истощаются и становятся нормальными американцами, нормальными шведами даже. И перестают быть интересными людьми. Поэтому, когда сейчас наше правительство думает, что нужно обязательно позвать обратных, да, может, не стоит. Может, молодым здесь возникает. Совсем разные стили. Молодой человек, который не очень сильно поставлен, попадая за границу, попадает обычно в жесткий прессинг, где ему говорят, что он должен делать, из него выжимают соки, а думает шеф или думает, что думает. Это почти то же самое. Поэтому положение надо обязательно вернуться домой психологически. Ну, первое, мы не хуже, мы еще живы и еще можно быть. Но я это говорю бодро, хотя моих ровесников мало. Мы выбываем, а пробел очень большой за нами. Ну, уважаемые коллеги, я чувствую угрызение совести. Я попытался в двух небольших лекциях рассказать о результатах работы, которая длилась 60 лет. И неизбежно получился такой свойственный краткости импрессионизм. Смысл этого импрессионизма – впечатление о жизни науки на конкретном примере. А теперь я хочу очень кратко сказать все-таки, ну и что? Есть такой ужасный вопрос в конце жизни. Ну и что? Прошедшие 59 лет, ну, 60 на самом деле, легко делятся на две части. С 1951 по 1980 – это одна часть. С 81 по 2010 – другая. Это на самом деле две жизни. И эти удивительные две жизни – я, готовясь к этим лекциям, сейчас обдумав, могу сказать, что первая лекция и первая жизнь
это экспериментальные доказательства естественности, широкого распространения колебательных режимов в процессах разной природы. Сейчас всем это кажется ясным и неудивительным. 60 лет назад, когда я рассказывал о идеях, что все молекулы могут быть то в одном, то в другом состоянии, как я уже сказал в первой лекции, меня сочли сумасшедшим. Убеждение, что такие колебательные процессы на самом деле естественны, что они основаны на неравновесной термодинамике, это убеждение приходилось в мучениях вводить в научное сообщество. И вот все произошло. Замечательным свойством колебательных режимов является опора на мощную теорию колебаний, созданную в Советском Союзе академиками Мандельштамом и Андроновым. Но просто мои критики тех лет, химики и биологи, плохо знали эту теорию. И потому объявили меня сумасшедшим, о чем я немножко рассказал. И если бы не поддержка трех, на самом деле, людей, Марии Николаевны Кондрашовой, академика нашего общего учителя Сергея Евгеньевича Северина и академика Глеба Михайловича Франко, так бы эти работы и не вышли бы на поверхность. А сейчас весь мир это знает, и мы там уже почти не нужны. Удивительно, что такое отношение не есть чисто наше российское свойство. Во всем мире полагали, не зная неравновесной термодинамики, что колебательные процессы не могут быть. Не могут все молекулы быть то в одном состоянии, то в другом. Показательный пример, я его не рассказал в первой части, с великим биофизиком Бриттоном Чансом. Он приехал в Москву в 1963 году, и я был на его докладе. Он показывал замечательные рисунки, замечательные слайды. Я увидел на этих рисунках типичные колебания, спросил, почему он на них не обращает внимания, он меня отчитал. Позорно отчитал, сказал, какой низкий уровень у вас науки. Вы смотрите на шумы в приборах, а думаете, что это ценный процесс. Мы им потом все объяснили. Он быстро уехал в Америку и от своего имени сообщил о выдающемся открытии, надеясь на Нобелевскую премию. Ему, к счастью, ее не дали. Это просто иллюстрация. Иллюстрация, как постепенно это становится общим местом. Сотни людей и множество лабораторий занимались колебательными процессами, а я от этого почти отошел, потому что я был смущен тем странным разбросом результатов, которым я рассказывал во второй части, во второй лекции. Я отошел, потому что мои студенты, мои ученики, на самом деле, много лучше меня это делали. Они были культурней, математичней, и бесценен вклад Жаботинского, замечательный пространственный эффект, увиденный впервые Заикиным, я об этом рассказывал. И все с первой частью жизни получилось благополучно. Западные, так такое слово, люди во всем мире, богаче нас, более оборудованы, подхватили все, и мы там почти не присутствуем. Мы молодцы, мы сделали международные симпозиумы. На нас еще некоторыми ссылались, а сейчас это общее место мировой науки. И я могу испытывать удовольствие. Моя функция там была стимул, импульс. Но чем лучше шли эти работы, чем больше людей этим занималось, и возникла новая наука синергетика в сильной степени на этой базе, я об этом чуть говорил, тем мне становилось хуже. Я не понимал тайны разброса результатов. Это моя вторая жизнь. И вот эта вторая часть, прошло еще 30 лет, я могу сказать, что открылась замечательная картина. Я не люблю возвратные глаголы «открылась». Она не сама открылась. Это ежедневный тяжелый труд многие годы. А что стало ясно? А стало ясно, что неуничтожимы при любых обстоятельствах разброс результатов, как думают, одинаковых измерений любой природы, независимо от природы, обусловлен движением Земли при ее вращении вокруг своей оси и при ее движении по околосолнечной орбите. Сгущение массы, сгущение наличия небесных тел и наше движение крайне неравномерно. Мы переходим из одной неоднородной области пространства в другую, и я это вижу. И вы это видели в моей лекции. Это были формы последовательно бегущего времени в виде гистограмм. Это удивительная вещь. Формы этих картинок, формы этих гистограмм, тонкая структура этих гистограмм не случайна. Она закономерна
изменяется во времени. Она повторяется суточными периодами, годичными, 27-суточными. Она отражает движение Солнца, Луны. И массу-массу вещей можно увидеть, внимательно и долго анализируя эти формы гистограмм, формы этих процессов. В этом стоит смысл того, что я рассказывал во второй части. Удивительно, что это неоднородное пространство-время, в котором мы движемся, на самом деле довольно стабильно. Мы вновь и вновь возвращаемся в те же самые зоны, год за годом. И вот уже много лет накапливается материал, когда я могу сказать и вперед, я могу делать предсказания такого числа в таком-то году, с высокой вероятностью в такую-то минуту будет такая-то картина. Это совершенно новое отношение к самому понятию «случайные процессы». Процессы бывают случайными двух типов. Они могут быть случайны в последовательности, во времени, и могут быть случайными или не случайными, могут быть закономерными по амплитудам, по спектрам, по этим формам гистограмм. Закономерные гистограммы в случайных процессах. Поэтому так моя книга и называется «Космофизические закономерности в случайных процессах». Я могу сказать, что 400 лет после Галилея нам всем, нам это мы, люди, которые заняты наукой, более всего было важно определять измеряемую величину, то есть среднюю, ну и характеризовать разброс результатов как меру неаккуратности. А теперь мы знаем, что в этом разбросе результатов весьма важная информация об окружающем мире. И нам нужно не столько от него избавляться, сколько обращать на него внимание и узнавать, где и в какой момент движемся мы в лаборатории. Остается множество проблем. Остается множество вопросов. Вопросов, которые окажутся предметом будущим поколениям. Самый главный из них – какая связь между формой гистограмм и движением Земли в неоднородном пространстве. Что, вообще, что значит само слово «неоднородное пространство»? В самом ли деле это сгущение масс, наличие небесных тел? Не значит ли это, что это есть выделенные направления? Да знаем, что они есть, что мы ощущаем неоднородности направлений. Сейчас те, кто заняты реликтовым излучением, это уже почти видят. Ответы на эти вопросы – дело теоретиков. И я полагаю, выполненной свою первую важнейшую задачу. Задачу второй части жизни моей. Выявление феномена, доказательство того, что он есть. Предмет для анализа есть. Пусть теперь следующие поколения поймут, что он значит, и используют замечательные возможности, открываемые с этим удивительным комплексом явлений. Нужны новые методы, новые подходы, нужны новые жизни новых поколений. Я желаю этим новым поколениям трудов, мучений и преодолений. Преодолений как высшего счастья для Homo sapiens. Спасибо. Замечательно. Как он все делает?